Помимо слов сочувствия и скорби, сегодня особо говорим о мерах безопасности. Трагедия заставляет нас быть более бдительными, а спецслужбы перейти в режим ЧС. Также особый режим введен на всех видах транспорта. Усилено внимание к бесхозным вещам. В крупных городах в метро с особым пристрастием досматривают пассажиров и просят относиться к этому с пониманием. В нашем районе сегодня также прошло оперативное совещание. Алена Сокольская подчеркнула, сейчас под особым контролем места массового скопления людей, социальные и учебные учреждения. Все силовые службы переведены на усиленные дежурства в центре внимания. Любая, казалось бы, мелочь. Мы должны быть бдительны и в многоквартирных домах следить за тем, кто проживает в квартирах, если эти квартиры сдаются в наем, насколько это законная мера, насколько эти люди открыты, поскольку время диктует свои правила, мы должны быть всегда начеку и обеспечить безопасность нашим жителям. Управляющим компаниям ТСЖ рекомендовано провести осмотр придомовых территорий, чердаков и подвалов. Водителям автобусов перед выездом на линию осматривать подвижной состав. А каждому из нас быть более бдительными и не проходить мимо подозрительного пакета или коробки. Особый режим продлится как минимум до конца этой недели.